Крымские татары поздравили адвоката Николая Полозова с 37-м днем рождения. Во время перерыва в судебном процессе Ахтема Чигоза крымско-татарские активисты организовали фуршет у здания суда. Каждый из участников импровизированного праздника подготовил для Николая подарок. Такими людьми, как вы, как наш народ, никто не пропадет. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. Ух ты! Какая сладкая. Шикарно. Спасибо большое. Слава! Героям слава! Выражая вам искреннюю благодарность и объявляем вас другом крымско-татарского народа. Спасибо большое!